Всем привет, ребятки, меня зовут Луцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Lord of Madness. Типа, повелитель психиатрии, психов, я не знаю, что-то такое. Хотя Madness ошибкой написано. Для этой базы понадобится 5 железных топоров и, наверное, штук еще 7-8 обычных. Заходим вот отсюда, Васишка тут не нужна. Так, тут вот ломаем одну стенку, чтобы зомби нам не мешали. Вот тут ломаем стенку. Тут будут около 10 ящиков. Так, готово. Я пока еще не умирал. У меня уже 98 шума. Ну, вряд ли это понадобится. Тут лут не такой уж топовый. В общем, зашли мы отсюда. Тут минус один топор, минус второй, минус третий, четвертый, пятый. И тут у нас 4 ящика и здесь 11 ящиков. Пробил я еще стенку вот здесь, чтобы в случае чего можно было от громила убежать. Но если он придет сюда, я оттуда выйду спокойно, без всякого для себя риска. Так, давайте заберем то, что тут есть. Мне надо что-то вот байк положить. Так, 50 лома уже есть. Это хорошо. Дальше. Это, например, у меня украли. Вот это. Плотную ткань могу забрать. Так, дальше. Самопал. Водичку заберу. Мясо пусть будет. Реально не знаю, что забирать. Так, разрушитель. Да, тоже ничего интересного. Да, печально, конечно. Так, а может тут верстаке нет? Тоже ничего нету. Ладно. Давайте тогда хоть что-то сюда положим. Пусть будет так. Ну, я на самом деле не знаю, что складывать. В общем, ящики я эти надбил. Единственное, осталось надбить еще вот эти. Два. Больше ящиков на этой базе нету. Даже, ну, здесь тоже нет ничего. Так, надо сейчас, наверное, топор снять с почты. Громилка, клик сюда. Так, давайте я сниму оружие. Так, вот два топора. Так, открываем. Здесь есть бревна и доски. Забираем. Здесь чего? Консервы. Интересно. Так, вот этот ящик надо сломать. Милка. Ну, тут уже слитки есть. Это получше будет. Так, Рамила, ударяй. И что еще тут есть? Пистолет. В принципе, пойдет. Так. Глок сюда. А здесь что? Бензин, еще пистолет, аптечки. Пускай будет. Так. Угу. Надо теперь телепортануться как-то вот сюда. Желательно без громилы. Мое. Так, ну-ка, громил, поди-ка сюда. Так, смотрим, что в этих ящиках. Так, так, тут доски, хорошо. А здесь чего? Хрень всякая. Как раз для вас. Посмотрим. Так, тут спирт, здесь транзисторы. Понятно. И последний ящик. Камни, каменные блоки. Ну, давайте каменные блоки заберу. Так, давай вот так еще сделаю. Вот так еще сделаю. Так, тихо, тихо, тихо. Без телепортов. И вот так, пожалуй. Думаю, мне этого хватит. А, громила сюда решил прибежать. Красавчик. Ну все, можно отсюда сваливать. Сейчас я покажу лут, который я в байке оставил. Там шняга полная, конечно. Да, вот такой вот рейд получился. Ничего особенного, но фишку мы при этом тоже не тратили. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.